В четверг сотрудники ГИБДД провели очередной профилактический рейд. На этот раз в центре внимания инспекторов оказались железнодорожные переезды. Здравствуйте. Сегодня проводится акция совместно с РЖД по соблюдению требований правил дорожного движения на ЖД-переездах. Мы вам вручаем такую памятку небольшую. Когда будете проезжать мимо ЖД-переездов, соблюдайте, пожалуйста, необходимые требования правил дорожного движения. Хорошо, мы всегда соблюдаем. Прекрасно. Все. Всего доброго. До свидания. Сегодня мы с представителями РЖД проводим акцию. Направлена она на профилактику ДТП на железнодорожных переездах. Правила многие водители помнят и без шпаргалки, но освежить в памяти те или иные моменты всегда полезно. Светофор там есть. Если горит белый, значит можно ехать. Мигает белый. Красный – останавливайся. Обгон, естественно, это строго запрещено. Вставать тоже нельзя вблизи переездов. ЖД-переезд – зона повышенной опасности, поэтому соблюдение правил здесь должно быть неукоснительным. Нарушение может повлечь катастрофу. В период 2012 года совершено 252 дорожных транспортных происшествия. Это на сети дорог, железных дорог России. Пострадало 180 человек, из них 57 человек погибли. В нашем регионе в минувшем году был лишь один такой случай. Тогда чудом обошлось без жертв. Но последствия могут быть очень серьезными. Поэтому водители должны помнить, чтобы остановить поезд, нужно время. Жизнь остановить гораздо быстрее. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.